Это все укладывается в ту логику, которую Запад сразу отвел для сирийского направления. Если вы помните, они уже давным-давно готовы были бы вторгнуться в эту страну, растоптать ее, и им нужен был для этого всего лишь предлог. Тогда Россия на Совете Безопасности не позволила этого сделать, памятуя о том, что произошло с Ливией. Значит, сейчас смотрите, что происходит в этих событиях. Не успели произойти, несмотря на положение о прекращении огня, которое введено в Сирии по решению, воплощению плана Кофи Аннана, произошло два события: артобстрел из минометов, причем мирных жителей, и погибло около 100 человек. И второе — резня, где погибло там около 15-16 человек. Так вот, и там, по всем подозрениям, участвовала вооруженная оппозиция, так называемая. То есть Запад спровоцировал, по сути говоря, два этих события, и наблюдатели склонны думать и склоняются к тому, что это так и есть. Тем более наводит на размышления, что сразу же единым залпом, через день после произошедшего, уже определены виновные, Западом я имею в виду, потому что начался вот такой массовый отзыв, высылка, вернее, послов сирийских из стран Запада. Хотя Кофи Аннан только вчера вечером приехал в Сирию для того, чтобы разобраться в этом, в этих двух произошедших событиях. И причем и о том, и о другом событии правительство сразу заявило Башара Асада, что это произошло не по вине правительственных войск. И, естественно, это надо было бы устанавливать. Было бы глупо просто со стороны Асада запускать такой произвол, когда он видит, что сегодня уготовлено ему в случае, если он это бы сделал. Поэтому у меня, например, больше мое мнение склоняется к тому, что это типичная провокация вооруженной оппозиции в надежде на то, что Запад отпустит вожжи и будет идти на силовой вариант. Россия должна придерживаться той позиции, которой она придерживается до сих пор, а именно выполнение плана Кофи Аннана, который достаточно разумен, и не занятие какой-то позиции с одной из сторон и подыгрывание этой позиции. Потому что если переносить проекцию сегодня на любую другую страну, ну что ж, давайте запустим десяток банд, она будет бомбить собственный народ, а вину за это будем возлагать там на правительство того или иного государства. Это абсолютно ущербный механизм, который нам пытается навязать США. С помощью Ливии она показала всему миру, что это можно сделать, и теперь продолжает распространять эту кальку на другие страны. Вот и все. Но Сирия для них гораздо важнее, потому что это под прыжком Ирана и, в общем, государство с древней цивилизацией, которое обладает огромным потенциалом и гражданским, и военным, и научно-техническим. И поэтому оно сделает все, Запад, я имею в виду, сделает все, чтобы это государство стереть с лица земли.